Я постоянная жертва, не то чтобы хулиганов, а можно сказать, как бы их правильно назвать, вот этих чудо-гениев интернетовских. Но медийные люди вообще подвержены очень часто воровству с их индивидуальных каких-то данных. Мейл, там, где проходит твоя личная переписка с организациями, огромное количество договоров проходит. Мы имеем свойство общаться через страны, и там, естественно, в наших письмах содержится какая-то информация, связанная с подготовкой к коммерческим предложениям или к работе. И вот эти самые, за этими данными как раз и охотятся разные айтишники, которые, ну, можно сказать, наняты другими умами с этой целью. Но мне взламывали, во-первых, мой сайт. Взламывали его, потому что у меня очень раскрученный мой сайт, и цель была его взломать для того, чтобы я сошла с этого адреса. Это первая проблема. Вторая проблема была направлена на любовные интриги, когда один из моих бывших ухажеров захотел просто мне как-то так поднасолить. Мой сайт был не просто взломан, а вскрыт и оснащен такой оскорбительной, скажем так, информацией. Были выложены фотографии ненормативного содержания, причем даже не со мной, а просто вот какого-то такого порно-содержания. Вот. Ну, все было направлено просто на подрывы моего имиджа и образа и так далее. На мейле постоянно взламывают почту для того, чтобы изъять информацию, особенно в преддвериях крупного мероприятия. Потому что я организатор больших разных праздников, торжеств, массовых зрелищ. И в этот момент я нередко сотрудничаю с западными партнерами, где речь идет о разной документации, договора, планы. Ведь ничего нет дороже в этой жизни, в шоу-бизнесе, как идея. Потому что любые деньги делают идеи, и эти идеи крадут.